И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Виктор Кошак, Кэт Макс, Робби и очень много подписчиков. Мы сегодня играем в Гаррис Мод. Вы поставили 2000 лайков, чтобы мы записали на этой карте прятки. Карта FNAF 4. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ох, сколько нас сегодня много. Ну что, давайте даю вам 20-30 секунд до минуты и иду вас мочить. Если упьете и кушаете, приятного аппетита. Все разбегаются. Ребята, можно прятаться по всей карте. Даже просто покажу всем. Карта очень большая, классная. Короче, мне нравится дом FNAF 4. Очень атмосферно, музыка стрёмная. Прям хоррор можно сделать. Прячемся, а мы пока походим. Музычку попадём. Я знаю, что Виктор Кошак классные нычки всегда ищет. Очень крутые. Но мы, как всегда, их раскроем и всех уничтожим. Не буду подсматривать. Уже хочется в окна позаглядывать, но я этого делать не буду. Ну, прям хочется. Ну что... Готов? Кто-то с ноги вертухи бьет. А, я думал, туда еще можно? Нет, это упор. Ладно, возвращаемся. Кто-то громко бегает. Так, кто у нас тут еще есть? Маракасы. А, музычки нету? О, я вижу, кто-то там... На В пролетел вроде бы, не? Так, этот не играет. Так, пойдет. А, так прикольно смеется. Ну чё, пацаны, минута прошла, поэтому иду искать вас я. Давайте, ребята, кого же мы возьмем? Давайте возьмем. Во, тот, кто может на карачках лазить. Так, ну что, убийца выдвигается. Как же мне нравится играть в прятки. Бегите. Бегите, глупцы. У Сереги новый микрофон, так что, ребята, я надеюсь, вы оцените звук. Теперь у Сереги студийный классный микрофон. И он очень радуется. И я тоже. Убийца идет потихоньку, не спеша, сейчас буду рукой, корячкой буду раз убивать. Прикольно, у него костяшка торчит. Очень круто сделан скин. Так, так как 8 человек на карте, я их очень быстро начну находить, я в этом уверен. Или не уверен. Так, кто там в камине? А, то не в камине, никого нету. Димаса галлюцинации уже. У меня классное настроение, надеюсь, я передам свое настроение зрителям. И они сейчас сидят и улыбаются, как я. Без причины. Опа! Опа. Бежим, блин. Да какой, как блин, бежим? Эй, чё я тебя не убил? Хорошо, ребята, давайте сделаем от первого лица. Потому что ни у кого не убью я так никогда. Так, куда же он побежал? Давайте хотя бы одного найти, чтобы мне было легче вдвоем искать. Надеюсь, мы это сделаем. Но они так быстро убегают, эти щенятки. Так, здесь. О, привет. Сундук ищет со мной. Надеюсь, он удивит всех. Так, идемте сюда. Есть. Кэт Макс, ну что ты? Молодец такой. Теперь Кэт Макс помогает тебе искать. Да. О, я вижу физган чей-то здесь. Очень странный физган. Эй! Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, выходи, выходи. Не хочешь, да? Сейчас мы тебе поможем. Есть у меня один способ. Эй, убивайся! А чё не могу его убить? Сейчас, ребята. Куда он побежал? Где это телепиздрик? Опа! Кэт Макс, молодец. Енота убил. Так, спайсовый пес убит. Ого, ты здоровый! Ничего себе ты кабан. О, марионетка. Ай. Не спорю, это больно, когда аниматроник кусает. Так, давайте облазим сначала весь дом и потом пойдем на улицу, потому что мы на улице же тоже договаривались прятаться. Да. Смотрите, какая у нас тут орава аниматроников уже. Чинь орава. А давайте под столом поглянем, под диванчик заглянем. Остался кто? А кто остался у нас? Я остался, Виктор остался. А ты еще живой? Да, я живой, представь. Ну и что ты говоришь? Что ты? Так, давайте здесь посмотрим. Так, пацаны, я понял, что их в доме, наверное, уже нету. Есть! Кошьяк! А где он был? Я один остался.
Я знаю, Серега, он... Тихо! А где он? Какой же он бегает? А, вижу, вижу, вижу! Кусайте кусты! А не вижу, не вижу, но где-то он тут есть. Чувствую. Меня крипмаг спалит, потому что у него это... Текстурки не загрузили. У него, это, текстурки не Кошак! А это ты был аниматроником, что ли? Да. Вот, блин, убил тебя. Вижу, кто-то горит. Опа, и музычка пошла у нас. Так, пацаны, что, все нашли или нет? Нет. Серегу ищем, пацаны. Все ищем срочно Сережку. Где-то он есть. Ребята, смотрите внимательно на деревья. Он может на деревьях быть, под деревьями, в корнях. Сейчас. Серега, подсказку пока не надо давать, так будет неинтересно. Я его нашел. Да я бегаю уже по кругу. Вижу, вижу, вижу его. Так, 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 я вижу его. Ты капхедом играешь? Нет. Я собачкой играю. Чё-то не наблюдаю я. А, вижу, плохо. Вижу, вижу, бегает. Попробуй сдалека убить. Прицел наводится. Не получится, не получится у тебя. Получится. Пацаны, насколько человек? Мы должны его по-любому замочить. Чё, гоняют его все? Гоняют, но поймать не могут. Так, что такое? И попугаи летают, и крысы бегают какие-то. За мной уже араб-аниматроник гонится. Я убью его, пацаны. Я это сделал. Так, ну что? Я прописываю килл. И мы начинаем прятаться. Кого? Давай, Серега, ты будешь искать. А ну давай. Раз ты последний, ты заслужил, чтобы нас мочить. Ага, так, давайте возьмем маленький скин. И начнем. Я иду на улицу? Да-да-да. Сейчас возьму побольше скин, потому что маленький. Мне удобно. Хочу дать подсказку, ребята, вы когда прячетесь, не берите в руки физган. Вас видно, он светится даже через текстуры. Это очень палевно. Лучше возьмите камеру в руки. С камерой будет поярче. Да что вы все тут топчутся? Я даю вам минуту прячетесь. Да-да-да, минуты хватит за глаза. Блин, сюда я не влазу, жирный. Ой, вот это нычка. Вот это нычка. Интересно, я смогу? Ого, тут текстуры. Ладно, не будем так делать. А кто это в ноуклипе там летает, а? Это я летаю, проверяю это. Можно в текстуры так как-то попасть? Нельзя никак. Или то не я? Да я спрятался. Кто не спрятался, Серега не виноват. Я тоже спрятался. 10 секунд, ребят. Да-да-да. Так, я возьму пока предмет, буду летать, искать, тоже смотреть. 5, 4. Ой, блин, поджечь. 2, 1. Я выхожу за вами. Окей, босс. А мы кто летим. Кто не спрятался, я не виноват. Кто не спрятался, того я замочу. Кто не спрятался, того съем. О, Сережка, я буду смотреть, как о, ты ходишь. Привет, лампа. Летающая лампа. Аладдина. Так, Серега пошел. Ты такой... Большой какой-то спринтрап. Страж. Широкий. Так, на раскорячке. Задним ходом, бочком. Тут кровати, видимо, каменные, я так понял. Да, посмотри, есть такое. А где все? Че вообще? Хорошо так запрятались. Когда я искал, плохо запрятались. Сейчас вообще никого в хате не вижу. Так, так, так. Так. Вижу, вижу кто-то... А, не буду говорить, что он делает. О, сундука нашел. Давай, есть. Сундук. Есть сундук. Вместе ищите. Что-то очень хорошо здесь запрятались. Я только одного увидел. В ванной сидит. Да-да-да. Жопу Пает. Мыл. Попу мыл. Да. С мылом. Без. Иди перемывай. Ай-яй-яй! Блин, да я... Да как так-то? Чей-то чайник висит возле. А кто это тут ходит? Кэтмак, тебя нашли? Да, я его нашел. А, он просто текстурку, скин выбирает, понял. Я, по сути, всех нашел. Всех? Это енот и я. А, нет, не всех. Енот и Виктор. Так, ребят, знаете, где они находятся? О, привет, Виктор. Привет. Есть. Так, енотик. А, он за чайник летает. Ребят, раз он тут летает, значит, он где-то тут и запрятался. Это логика. На дереве, может быть. Ты думаешь? Возможно. Так, надо от первого лица сделать.
Ребята, давайте включаем все свои самые лучшие скиллы по поиску. Мы его должны по-любому найти. Надеюсь, он на В не пролетел в текстуры. Я его тоже вижу. Где он? А он вот тут, за забором. Он за забором, короче, за картой бегает. Да-да-да, вот мы с Кошаком, с Кэт Максом его мочим. Так, а где он, подожди? А где он делся? А вон он бежит. Ах ты ж лоб. Вот он прыгает. Беги, мочите беги. Его. Но я его должен убить, ну. А, это Робби, блин, я сейчас Серегу замочу. Есть! Все. Как-то так получилось. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!